Ох ты, как хорошо, я! Привет, пиплы! Рад приветствовать вас на своем канале Sub-Zero Racing. Как вы видите, я тут занимаюсь подготовкой автомобиля к следующему чемпионату ралли. На этой машинке мы с вами будем гонять, поэтому я тут проверил, короче, все ли спонсоры у меня наклеены на машинке, в общем, команду свою проверил и так далее. В общем, выходим отсюда и переходим непосредственно к нашей гоночке. Мои кузнечики, кузнечики — это мои райдеры, ну, я имею в виду гонщики, со штурманом. Так, стоп, что это такое? Это нам не нужно, это нам тоже не... Ой-ой-ой, какие гейм. Значит так, мы переходим с вами в карьеру. И сегодня мы с вами будем гонять ралли. На этот раз у нас ралли 90-х, я так понял, это у нас группа А будет, да? Нам нужно выбрать машинку подходящую. Вот она. Вот она. Subaru Impreza 1995 года. Вот ее мы как раз и выбираем. И на ней с вами будем гонять. Смотрите, у нас две гоночки. По три стейджа будет. То есть три спецучастка в Испании и в Австралии. Давайте не задерживаться, а сразу переходить непосредственно к гонке. Фух, я уже давно так не катался именно в этой игре. Поэтому... Наверное, сейчас буду раковать при заезде. Но я думаю, все должно быть нормально. Асфальтная дорога. В принципе, сцепление с трассой должно быть неплохое. И, кстати, какая здесь длина? 6,52 километра. Ну, в принципе, и не очень много. Поэтому Тарагона, Испания, поехали. Так. Главное, чтобы меня мои кузнечики не подвели. И все будет у нас... Нормально. Так, мы с вами стартуем на втором месте, и это уже очень хорошо. Так, шейкдаун. Поехали. Я забыл, что у нас же польский штурман Зигмунд. Я его называю Зигмунд. Так, поедем с видом из кокпита. Правый 3. Левый 6. Правый 4 через 7. 60. Правый 5. Ну, ребята, пожелайте мне удачи. И выбери правый 4. О-хо-хо-хо-хо. Ой, как хорошо у нас. Начало какое хорошее. Уже даже стекло треснуло. И это только начало. Левый 3 через щит. Правый 4. Ну, вы знаете, Сейвзира, он медленно ездить не умеет. Он или едет быстро, или вообще никак. Правый 6. Левый 6. И назад правый. Так, шпилечка, да? Я уже забыл, на какой кнопке у меня здесь рушничок. Правый 4. И левый 1 через щетку. Правый 6 через щит. Левый 3 через... Так, первый сектор мы на красное проехали. Ну, я думаю, мы наверстаем на следующих участочках. Левый 1, 80. Правый 4 через щит. Что-то мы отстаем, парни. Правый 6. До отварты навык правый. До левый 2. 80. И правый 3. Не хочу просто в скалу въехать, поэтому правый я там 3. Немножко притормозил. И правый 6. Ну давай, братишка. Поднажми левый немного. Мы же отстаем. 60. Левый 6, 60. Сложная трасса, и смотрите, мы... Нет, ну куда ж ты едешь? Выезжай. О, ребята, это просто жесть. Смотрите, мы на пятом месте. Ну, переезжать мы не будем. Уже как едем, так и едем. Может, все-таки повезет. Правый 6 через щит. 60. Правый 5. Левый 5. Правый 5. 60. Ох ты, как хорошо. Я! Правый 5. Замечательно. Левый 5. Правый 5. Правый 5. Ну, нам везет сегодня. До левый 5. Кувыркаться мы умеем. Левый острый. Правый 3. Понял, значит, у нас ручной тормоз на кнопочке Б.
Левый 4. До правы 2. Отвера 2. Седьмое место. Ой, извини, отбойничек. Я не хотел. Левый 5. Правый 5. Левый 5. 80. Правый 3. Ой, ну отстали мы, конечно, неплохо так. Левый 6. И правый 4 через седло. 80. Левый 4 через щит. 80. Правый 1. До правы 2. И левый 4. Левый 4 через седло. И правым через щит. Левый 3. 60. Левый 3 через щит. До правы 4 через седло. До левый 3 и отвера. До правый 6. Правый 6, левый 3. Левый пшик. Левый 6. Левый пшик. И правый 4 через седло. 100. Правый 6. До левый 1. Блин, этот польский штурман правый так вещает. И левый 4. 60. Да, ребята, слили мы эту гонку, но... Правый 2. До... Я думаю, на следующих спецучасточках мы все это нагоним. Правый 6. 100. Правый 6. Эх, а у нас же ремонта не будет, наверное, да? На такой покоцанной машинке и будем дальше ехать. Да, машину, конечно, мы покоцали достаточно таки неплохо. Вы посмотрите, что я сделал с машины. Ужас. Это просто ужас. Ну да ладно. Так, парни, ну что, продолжаем дальше. У нас контини, следующая трасса у нас Венедо Эльс Ригуэрс. Как-то так она называется. Поехали. Машина укоцанная, ну да ладно. Я думаю, должна она хоть как-то там дотарахтеть. Я думаю, сервис зоны у нас не будет с вами. 5.38 километров. После полудня. Ясная погода. Ну, я думаю, проедем. Танки грязи не боятся. Тем более у нас... Крутой польский штурман. Добрая работа. Так что все у нас будет чих-пых. Так, ну что, поехали. У нас 6 спонсоров. Если мы выполним их все нормально, мы получим 17 500 кредитов. Это очень неплохо. Стартуем мы с вами с третьего места. Надеюсь... О боже. Машина просто, словно мы там с какой-то свалки ее забрали. Ну да ладно. Так, ну что... Едем. Надеюсь, кувыркаться мы не будем на этот раз. Правый 5. Левый 5. Левый 4 через седло. И правым через щит. Левый 3. 80. И правый 3. Наврут левый. И правый 6. Шпилечка. Шпили-вили. Левый 6. Левый 6. 40, мне ли кажется, или машина, когда ее пару раз перевернула, начала лучше ехать. Правый 2 до метки. Отвертый наврут, левый круги 60. Правый 6, 80. Левый 5. И правый 3. До левый 5. И правый 1 через щелку. Так, ну результаты у нас хоть лучше на этот раз будут. Въезжаем в город, в населенные пункты. И скрыт 90 стопней левый. От разу левый 1. До правы 5. 100. Левый 4. Едем на уровне, можем в плюс выйти. 80 через скрыжование. Левый 5, уйти через скрыжование. 80. Правый 6. Хоть бы никого не задавить тут на пути. И скрыт левый острый 60. У-ху-ху! Скрыт правый 4. Подожди, куда, куда, куда? Ой, ужас, сколько я потерял здесь времени. Левый 6, 40. Правый 3, через щелку. Сливаемся, блин, как тузики. И левый 4. Давай, давай, братишка. Зигмунд, говори внятней, что мне делать. Вода есть за горонца. До правый 4, 60. И правый 3. Слили мы эту гонку. И правый 6.
6, 80. Не судьба нам на этой машине выиграть. Давай, давай, металлолом, тащи. Левый 6, 60. Правый 6. До отварты наврут правый. Камение по зевнętrznej. До левый 2, 60. Левый 6, 60. Правый 6. Эх, не могу я нагнать этого. Какое место у нас? Нет, 80. Молодец. Где, куда мне ехать? 30 секунд, да ладно. Так, ну парни, давайте попробуем. Я думаю, ой, должны здесь лучше затащить гоночку. Не все же время нам жраковать, правильно? Мы что, гонщики с опытом? Ё-моё. Lewy. I prawy 6. Lewy 6. Lewy 6. Jedziem w każdym razie na poziomie. Nie tnij. Lewy 6 przed szczyt. Prawy 1 przed siodło. I lewy 4. Prawy 2 do. Nie tnij. Otwarty nawrót. Lewy 2 i 60. Prawy 6. 80. Lewy 5. Prawy 3. Do lewy 5. I prawy 1 przez siodło. I lewy 3. Tak, wjechali w город. Какой-то населенный пункт. Ой, здесь у нas na 90 lewej. Do prawy 5. 100. Lewy 4. Ох, как-то так проехали быстренько его. 80 przez skrzyżowanie. Lewy 5, długi przez skrzyżowanie. 80, prawy 6. Skręt 90 stopni prawy. Znowu na 90, da? Co już za dzieła? Ostry 60. Skręt prawy 4. Huch! I lewy 6. Jakiś tu na lewo. Lewy 6, 40. Prawy 3 przez siodło. Ребят, nie możemy nagnać. Ojojojojoj. Stój, держись! I lewy 4. Это просто жесть. Правый 4. И левый 5, długий затиск 3. До правы 4, 60. И правый 3. Наврут левый. Я уже начинаю бояться этой трассы Испании. В Испании. 6, 80. Правый 6. До левый 1, długий. Отварты наврут правый. Lewy 4, 60. Нет, нет. Mamy przebitą prawą tylną odwrotę. Tak, co to tam już u nas? 60. Prawy 6. Do otwarty stuczyt z prawej strony. Do lewy 2, 60. Lewy 6, 60. Da, dawaj ty przyjeżdżaj. Prawy 6. To prosta prawal. Do lewy 2, nie tnij, 80. Да ладно, я первым еду, не может такого быть. И отварты наврут левый. И правый один. Да что там трещит такое, ё-моё. Левый 6, 40. Правый 3, через сёдло. Фу, хоть один сектор на зелень проехал. Правый 1, через сёдло. И левый 4. Правый 5. О, Зигмунд, давай быстрее. И выбуй правый 4. Правый, левый, 6. Левый 6. До правы 3 через щит. И наврут левый. Так, и шпилевили, да? 6. Давай! Жми! До отварты наврут правый. И левый 4, 80. Правый 4. Машину ухондокал уже. До мети. Как она едет, вообще загадка природы. Давай! Добра, звольни при становиску техничному. Наконец-то. Ух. Добра работа. Досконале нам пошло. Świetny odcinek, добра работа. Это не то, что добра работа, это добро... Добра-добра работа. 5 звезд. 5 звезд за этот участок. Очень тяжелый, парни, но
Мы смогли его сделать. Так, следующий у нас Винедо Арнес. Поехали. Чё там дальше? Сервис-зон у нас, конечно же, нету. Это первый эвент из двух. Снова у нас... Но это, знаете, машинка очень сложненькая. Вот, я не знаю, то ли и мощи не хватает, но побеждать ее очень сложно на ней. Ладно, едем. Я не посмотрел. На втором месте мы с вами. Ох ты, да ладно. Не может такого быть. Однозначно нам ремонтировать надо машину. Коробку передач отремонтировать. Что тут у нас еще? Радиатор пострадал. Турбо какое-то. Ну, а все остальное у нас нормальное, поэтому ремонтируем. Вложились в нужное время. Это очень хорошо, сколько там баблишка мы отвалили. Это все фигня. О, еще и ночной. Ребят, поедем, наверное, от третьего лица. Немножко будем так чередовать. Ну, поехали. Снова машинка наша новенькая. Левый 6. И наоборот правый. И левый 3. 60. В принципе, можно особо... Особо не беречь машинку. Все равно у нас следующий этап. Машинка будет как с магазина. И левый 4. 100. Правый 3. Но вы знаете, графика в этой игре мне нравится. Держись. Прыгает как козлик. Ничего страшного. Да, зачем нам стопак нужен сзади? Мы-то одни здесь едем. Правый 3. До правый 5. 60. Правый дейч. Левый 3. Левый пши. Левый пшик. И правый пшик. И левый пшик. Одни пшики. Добрая работа. Надо было свою команду назвать Добрая работа. Добра. До правый 4. Ну, здесь, смотрите, здесь мы... Что там, шпили-вили? Замечательно. Зигмунд молодец у меня. Команда кузнечики рулят. Стой! Ну... Застрял. И левый 4, 80. И правый 3. И правый пшик. Наоборот левый. И правый 6. Левый 6. Правый 6. Левый 6. И наоборот правый. И левый 3, 60. Польский штурман вообще красава просто. Левый 4. Напишите, парни, в комментах под видео, нравится ли вам польский штурман. Как он тут вещает мне. И снова в горы заезжаем. Ёлки-палки. До правы 1. 20 przez skrzyżowania. Prawy 2. Do lewy 2. Prawy 6. Skręt 90 stopni prawy. I znowu na 90 градусов, da? Skręt lewy ostry 60. Skręt prawy 4. Dawaj, żeż ty żmi! И левый 6, 6. Поворот такой, что и не левый впишешься. 6, видите, повороты повторяются здесь очень сильно. Окей, съедь до становиска технического. Так, ну главное, что мы на первом месте. Это самое главное. Так,
Принимай команду, добрая работа. Доскonale нам пошло. Świetny odcinek, dobra robota. Dobra robota, yeah. Так. Ну, на троечку оценю. Заезд мне не очень так зашел этот самый. Но первый заезд проехали. Серебро получили. Ну, я думаю, считаю, что это вполне себе нормально. А что тут по спонсорам? Мне вот просто аж интересно, сколько мы выполнили. 3, 4, 5 спонсоров, смотрите. 6 спонсоров? Да ладно. Все задачи выполнили. Красава. И баблишко нам отвалили где-то, ну, почти 65 тысяч кредитов. И переходим в следующее. Фицрой, Австралия. Австралийские спецучастки. Ну, здесь, я думаю, будет гораздо интереснее. Во всяком случае, знаете, трассы, в принципе, нормальные. Так вот, игрушка, поугарать. Ну, вполне себе прикольно. Если ездить чисто с приколом, там, а не с серьезным лицом, там, показывать результаты, то эта игрушка вполне себе нормальная. Так, оттянуться в хорошее настроение. Так, на втором месте мы с вами будем стартовать. Ну все, поехали. Так, go to stage. Мамы данные с реконессансу. Все должно быть в порядке. Так, ну что, поехали с видом из кокпита. 5, 4, 3, Зигмунд, ты готов? 2, 1, старт. Ну поехали. Раз готов, значит поехали. Сейчас батя тебя прокатит. О! Смотрите, как я зашел красиво, да? В повороте. Ну, Сабзира опытный гонщик. 110 przez siodło, 60, prawy 6 i lewy 5 przez szczyt. 80 przez siodło, przez bramę, 80, lewy 5 i siodło. Lewy 3, długi zacisk przez szczyty. Lewy 4. I ostrożnie prawy 2 przez szczyt. Tak, jakie ostrożnie my. Do prawy 2, pietni. 80 przez siodło. Кто осторожничает, тот не показывает высокие результаты. Левый 2. Да прикольно я еду вообще. Да ладно, на пятом месте я. Я не представляю, это с какой скоростью нужно ехать, чтобы здесь показывать тогда результаты. 80 przez siodło, szczyt. Prawy 6 i lewy 5 przez szczyt. 80 przez siodło, przez bramę. 80, 80 przez siodło. O, znowu to miejsce, przez które my przejeżdżali. Lewy 4 i ostrożnie prawy 2 przez szczyt. Да какие осторожнее. Ух, давай. На четвертом месте. Ничего себе. Блин, да что это такое, что день сурка? Я уже второй раз уже проезжаю именно по этой трассе. О, у кого-то машина сдохла. Uwaga, lewy 4 przez szczyt i lewy 1. Prawą przez szczyt. Gdzie, kuda mnie jechać? Nie tknij. Przejeżdżać nie będę, pierwsze miejsce bierzem. Lewy 2, 60. Nie tknij, lewy 3. To już będę nie ja, jeśli ja nie rozkieraczę maszynę. Lewy 6, prawą przez szczyt. Nie tknij. Prawy 2, szczyt 80. Ojoj, na piąte miejsce my z wami zlilis. Szczyt 80. Szczyt prawy 4. Nie tknij. To uwaga, lewy 2, wąsko, szczyt. Prawy 3, wąsko. Nie tknij. Ta pofiek już. Prawy 6. Lewy 4, zacisk. Nie tknij. I prawy 3. I lewy 4. Nie tknij. 80. Lewą przez szczyt. Ostrożnie, prawy 1. Ostrożniej, prawy. Prawy 4 przez szczyt. Lewy 3. Да давай ты уже, перди быстрее. Szczyt prawy 3, nie tknij. Do lewy 2.
Правый 3. Летний. Да ладно, на первое место выехал. Как-то странно я езжу. То я пятый, то седьмой. А сектора красные все. Так, Зигмунд. Отдавай ему бумагу там или что там нужно. Машина просто трэш у меня. Так, ладненько. 4 звезды, я думаю, вполне себе нормально. Переходим на следующую трассу. Не будем замедляться. О, ну здесь вроде бы как немножко попрямей будет. The Happy Forest Descent. Фицрой, Австралия. Почти 6 километров. После полудня. О, прям выморила меня эта гоночка. А машина какая кривая. Такое, словно ее под пресс надавили. Ладно. Ну, поехали, Зигмунд. Ты пристегнулся, дружище? 80 przez siódmą. Lewy 5, długi zacisk. Nie tnij. Do prawy 3. Prawy 4. Nie tnij. I lewy 3. I prawy 4 otwiera. Nie tnij. 60. Środkiem przez szczyt. Oj, jak ja хорошо, прям powroty prokażu. 100 przez siódmą. Прям аж сам удивился, что я так могу. И szczyt prawy 3. Nie tnij. Do lewy 2. Стой, стой, на дорогу возвращайся. Да я уже понял, что осторожней. До левы 3 щит. Не тни. И правы 4. Во всяком случае, первое место пока что я держу. И это уже хорошо. Если здесь мы не словим деревцо и не перевернет нас. Где осторожней? Все, понял. О, ну тут хоть разогнаться можно. У-ху-ху! Красава вообще просто. 80 przez siódmą. Szczyt. Prawo przez szczyt 80. Uwaga, szczyt lewy 2. Вот действительно, парни, на разбитой машине проще как-то даже ехать. Prawy 6. Nie tnij. Lewy 2. Управляется она то ли лучше, когда разбил ее. 100 przez siódmą. Środkiem przez szczyt 80. Lewą przez szczyt. 100 przez siódmą. Środkiem przez szczyt 80. Prawo przez szczyt 80. Uwaga, szczyt lewy 2. 60 przez siódmą. Lewą przez szczyt. Prawy 6. Nie tnij. 80 przez siódmą. No, atrywna, смотрите, здесь мы неплохо так едем. Показываем результат на этой, на этом спецучастке. Мост. 100 przez siódmą. Мост? Где мост? Вижу. А, пофиг. Знаки, не знаки. Prawą przez szczyt. Еще полицейских бы поставили знаки. Мы едем по бездорожью. Какие знаки нафиг? 80 przez siódmą. Szczyt i prawą przez szczyt. 110 przez siódmą. Prawy 5. Do lewy 6. О, вертолет, привет. Prawy 5. 60. Lewy 5. Do prawy 4. I lewy 3 przez szczyt. Nie tnij. Do prawy 5. 110 przez siódmą. Прям в чистую, смотрите, ни одного красного сектора нету. 110 przez siódmą. До мети. Звольни при становиску технічному. Да ладно. А чё я на втором месте? Вспаняли przejazd. Мамы первое место в нашей классе самоходов. Самоходу, первое место. Чё он там мечает? Первое место. Первое место. Добрая работа, первое место. Так. Талавуд Реджевей. Как-то так называется. Ну ладно, поехали давайте. Что у нас там, с Аризона будет или нет? Не будет, да? Ну и пофиг. 4 с лишним километров. Как раз проедем, ребята. И все будет замечательно. Надеюсь, вам эта серия понравилась.
Поэтому, если в таком формате нравится, пишите в комментах. В таком формате как раз и будем продолжать дальше проходить эту игрушку. О, смотрите, на первое стартуем в 8:00 утра. Ну, поехали. О, какая машинка у нас красивая. Ничегохеньки не видно в окнах. Давайте немножко ее, так сказать, воскресим. А остальное все фигня. 621 тысяча кредита. О, смотрите, мы там еще можем что-то прокачать, но я думаю, баблишко мы с вами потратим уже в следующей серии. Награда за зверство в тех заводах позволит нам на закуп колейного самохода. Ну, добро. Че, поедем с кокпита, наверное. 4, мне кажется, так даже 6, как-то 2, лучше. 1, давай. Во всяком случае... Оу, давай, ничего. Заехали. Наверстаем. Правый 2, 80. Нет, и щит левый 3. Левый 3. Ну и что? Да пофиг. Не будем перезаезжать. Я думаю, наверстаем. Должны наверстать. Во всяком случае, я надеюсь, что мы в тройку лучших. Ох, рассыпается машина. Шип, шип, fucking shit. Щит, щит, fucking shit. Увага, понял, шпили-вили. Понемногу нагоняем время. Ну ничего страшного, подумаешь, там забор снесли. Может хопа. Uwaga, hamuj, skręt otwarty na dół lewy. Правый 2, глухий зачиск. Нет, ни. Ох, какая шпилька большая. Левый через щит. Седьмое место. Через щит. Środkiem przez szczyt. 80. Правый 3, 60. Нет, ни. Правый 2. Нет, ни. Środkiem przez szczyt. Через щит. Доедет ли моя машинка до финала? О, второе место, смотрите. На третье место. На четвертое. Ну, серебро должны взять. Фух. В нашем классе самоходу. Так. Результат... 10, да? Ну, в принципе, на четверочку можно оценить. Ну и чё, какой я? На втором месте, ребят. Второе сегодня у нас такое... Серебряная гонка. Смотрим по задачам. А, не все выполнили. Ну и да ладно, пофиг с ними. Кредиты. 53 тысячи. У нас баблишка там, в принципе, хватает, поэтому я особо насчет этого не парюсь. Ох ты, смотрите, мы открыли новую лицензию и автомобили 2000 года. Но это уже мы с вами будем проходить в следующей части, друзья, поэтому на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео, подписывайтесь на группу ВК на в описании под этим видео. И всем удачи! Давайте еще полюбуемся вот на своих кузнечиков. Зеленые шлемы, зеленые комбинезоны, зеленая машинка. В общем, все супер круто.